Молодежное событие «Иволга» более 10 лет собирает на своей площадке ребят со всего Поволжья. Но этим летом форум стал безграничным. В 2023 году на «Иволгу» приехали 2000 молодых специалистов из 71 региона России. Форум проходит под патронатом полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. Оставить молодежь Поволжья без окружной площадки в правительстве страны не могли. Так родилась идея нового форума «Метеор». Также для нас очень важно то, что сейчас еще один проект будет запущен в Приволжском федеральном округе «Метеор» на базе Нижнего Новгорода. Он вшит в концепцию культурной столицы Нижнего Новгорода. Там будут направления и медиа, и креативные индустрии, и бизнес. Поэтому для нас очень важно то, что все-таки такая объединяющая площадка еще для Приволжского федерального округа останется и будет в новом виде представлена. На новом форуме «Метеор» участники смогут повысить свои компетенции по 8 направлениям – волонтерство, креативной индустрии, медиа, управление командами, наука, бизнес, а также появятся смены для движения первых и представителей молодежных центров регионов ПФО. Это классная возможность именно для ребят Ульяновской области съездить, посетить это мероприятие, потому что форумы всегда открывают что-то новое. Они бывают разные, для кого-то подходят одни, для кого-то другие, но это всегда открытие себя, свое внутреннее раскрепощение и знакомство с новыми людьми, конечно же. Также на форуме «Метеор» пройдет и всероссийский конкурс молодежных проектов от Федерального агентства по делам молодежи. А любители «Иволги» смогут выйти на более высокий уровень, открыть для себя новые горизонты, познакомиться с ребятами со всей России и перенять опыт от федеральных экспертов. Светлана Карпухина, Улправда ТВ.